полез за красивым кадром и, смотрите, провалился чуть ли не по пояс одной ногой. Смотрите, как провалился, как глубоко. Камеру всю засыпал снегом. Снимать не могу, снимаю теперь на телефон. Уже второй год, наверное, может быть и третий, очень снежная, холодная зима. В том году была, ну, такая же примерно картина. Вон ссылка, пожалуйста, на прошлогодний видеоролик. Посмотрите, что у нас творилось в том году. Но сегодня у нас видеоролик не про снежную зиму, не про погоду, а, как вы поняли уже из названия, про черенки. Давайте сейчас пройдем в теплицу, проберемся в нее. Смотрите, как ее засыпало. И я вам покажу, что за череночки я вчера получил. И какая там сейчас температура. Ну что, погнали. Погнали, погнали. В теплице у нас сейчас плюс 11 градусов. И тюльпаны так уже прилично тронулись в рост. Но сегодняшний видеоролик у нас будет не про тюльпаны. А давайте я вам покажу черенки, которые я вчера приобрел. В теплице у меня осталось немножко свободного места. Визуально, возможно, это не видно. Вот там в конце теплицы. Там тоже в конце теплицы есть место. Поэтому я вчера привез черенки, благо у нас в Калуге есть возможность купить их, ну, практически в свободном доступе, чуть ли не как в супермаркет сходить. Пришел, купил, выбрал то, что тебе понравилось, и, пожалуйста, привез, посадил. Здесь у меня самое теплое место. Сейчас вот эти вот лоточки я со Стронголдом туда вниз теплицы перемещу, и сюда свои черенки я поставлю. Буду их доращивать, и через месяц примерно, может быть даже раньше, снимать их свои черенки, буду их размножать. Потому что основной объем моих черенков приходит у меня уже после 8 марта. Ссылка, кстати, на видеоролик, в котором я рассказываю, где я покупаю свои сеянцы, свои черенки, сейчас появилась у вас в верхней части экрана в виде подсказочки. Пожалуйста, переходите, посмотрите, там все цены, контакты, почта и так далее и тому подобное. Все мои объемы, я там все-все-все подробненько рассказал, где я покупаю, как я покупаю и когда я покупаю. Так что, пожалуйста, переходите по ролику. А сейчас пойдемте посмотрим, какие черенки я вчера привез и во что я их буду сажать. Так как я растения привез вчера уже вечером, было темно, я их просто занес в теплицу, поставил вот в самый теплый угол, прям к батарее. Вот два ящика стоят и вот один ящик стоит. Давайте посмотрим, что я тут вчера привез. Это петуния, это калибрахо, это тоже петуния. Вот смотрите, разные сорта, много разных сортов. Приходят они что-то вот в таких вот импортных стаканчиках. Что-то уже начеренкованное, видимо, получали либо не укор, либо укор, сами черенковали. И вот, пожалуйста, мне дали уже укорененное. Но большое количество, большее количество прям вот таких вот. Именно в таких вот таблеточках, которых получаю я, также в таких же получаю из Голландии. А здесь у меня бакопа, вот это бакопа, биденс, это, по-моему, лобелия, это тоже биденс. Я, кстати, не знаю, черенкуется ли биденс, я его ни разу не черенковал, в том году было немножечко. Если в курсе, напишите в комментариях, не знаю, что с ним делать и в какой объем его лучше посадить. Так планирую все это посадить, наверное, в литровые стаканчики, либо пол-литровые, какие найду, те и посажу. Сейчас буду наращивать зеленую массу, и через месяц, даже раньше, буду снимать. В прошлом году ампельные растения пользовались, ну, просто шикарным спросом. Я их продал огромное количество. И поэтому в этом году, имея свободное место, имея возможность, я, естественно, купил их прямо вот сейчас. Тем более температурный режим уже позволяет. Температуру я немножечко начинаю поднимать. И для них это вполне приемлемая, комфортная температура. Тем более черенковать я их сейчас пока не буду. Будут нарастать они, наращивать зеленую массу. Вот этот вот объем черенков я купил за 7500 рублей. Вот, кстати, накладная лежит. Вот 7500. За 7500 рублей, а планирую на них заработать, ну, 1100. Как вы думаете, реально это? Я думаю, что вполне, потому что время позволяет, времени еще много. Черенков с них можно снять очень много. Я думаю, вполне такую сумму с такого маленького объема черенков можно заработать. Ну все, друзья, слишком много сегодня рассказывать и показывать нечего. Чуть позже уже буду снимать видеоролики, в которых покажу, как у меня все получилось это рассадить, в какие стаканчики, как они наращивают зеленую вегетативную массу, как отрастает корневая система. А уже весной буду показывать, где, как и, главное, по каким ценам я все это буду продавать
Так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Будет очень много нужной и полезной, а главное интересной информации. Ну все, всем пока. Пока.